То есть ситуация очень сложная, она усложняется в том числе благодаря таким разнонаправленным действиям руководства Армении и руководства России. Угу. На данном этапе в российском обществе с очень большим уровнем беспокойства наблюдают за развитием ситуации, фиксируя достаточно такие недружественные жесты, которые руководство Армении предпринимает в адрес в том числе Российской Федерации. Вы тоже так считаете? Да, я тоже так считаю и с большим волнением наблюдаю за тем, как это происходит. Ну, например, президент России так не считает. Президент России, президенту России положено по должности так не считать. Угу. Вот. Но люди, которые погружены в этот процесс, мы понимаем, что происходят сейчас вещи, которые на данном этапе можно было бы интерпретировать как чуть ли не преддверие разрыва отношений, в том числе личных, сложившихся, и так непростых, сложившихся между руководством России и руководством Армении. Понятно, что пока руководство Армении не сделало никаких реальных действий для разрыва этих отношений, но тем не менее почва для них готова. Особенно вызывает беспокойство активность американских акторов, которые в эту ситуацию сейчас входят, что называется, в полной мере.